Друзья, всем привет! Вы на канале «Папа может жизнь на юге». Планируете делать ремонт новороссийский или Геленджике? Не спешите начинать, пока не посмотрите это видео до конца. По срокам он занял порядка месяца. Площадь квартиры 64,3 квадратных метров. Двухкомнатная квартира стандартной планировки от застройщика. А что из работы мы успели провести за этот срок? Были проведены электрические коммуникации, работа по потолку. В дальнейшем это все строится. Все провода натяжены по потолку по спектру. Также располагаются на потолке. Места установки еще то выведены линии, которые в дальнейшем будут скоммутированы, установлены щиты. По некоторым из стен производилось выравнивание. Некоторые из стен были ровными, застройщики мы их оставили. По мере планировки мы совместили зону комнаты с зоной балкона, тем самым и производили площадь. Дополнительным прибором отопления является радиатор такого формата, с которым мы установили под окно. Дополнительным вариантом отопления является теплый пол. Это не водяной теплый пол, не электрический, а именно тепловодяной. Различные решения для комплекса, где нет котлов газовых. Кто хочет сэкономить, данный теплый пол потребляет 12 ватт на квадратный метр. При согласовании с заказчиком мы берем решение использовать именно такую систему отопления. Поскольку в осенне-весенний период не всегда будет централизировано отопление, теплый пол можно включить в любой сезон, отапливаться от них, пользоваться скрафтом. Сейчас, как говорил, были выровнены стены, была залита стяжка. Везде по периметру у нас использована демпферная лента. Избежание разрушения структурного шления стяжки использованы варианты швов. Проведены коммуникации. На случай отключения воды установлен накопительный бак, который мы производим на собственном производстве. Установлен на металлическую подставку. Под ней у нас смонтирована система инженерии. Это система управления холодным-горячим водоснабжением, насос, который в случае отключения воды будет распределять воду с этой емкости. Установлена инсталляция. В дальнейшем вся эта часть будет обшита гипсокартоном, облицована плиткой, и для доступа будет установлен скрытый люк. Проведены коммуникации. Коллекторные системы управления у нас располагаются на кухне. Как раз в месте установки под них мы выкинули такого плана отражающий лист из алюминия. Он нас не коррозирует, отлично подходит, эстетично и практично в нем монтировать коммуникации. Здесь установлены системы фильтрации холодного горячего водоснабжения, система управления радиатором. Можно комфортно задать как здесь температуру каждого радиатора, так же на каждом из радиаторов будет установлен термоголовка. Проложены трассы по системы фреоновой магистрали. Предварительно выведены выводы под монтаж светодиодных лент. В дальнейшем данный профиль будет смонтирован в стены. В нем будет заложена светодиодная лента.
декоративное освещение стены. А сейчас мы полностью закончим черновой этап, мы переходим к чистовому. По сроку черновой этап у нас занял месяц, по стоимости он обошелся по работам 250 тысяч рублей. Полностью все стены, поверхности подготовлены по чистовую отделку. По срокам весь ремонт у нас займет 2,5 месяца. По стоимости всех работ с материалом обойдется порядка 700 тысяч рублей. В данный момент у нас проходит акция. При заказе ремонта получаете в подарок накопительную емкость и дизайн-проект. Теперь мы работаем не только в Геленджике, но и в Новороссийске. Обращайтесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. В дальнейшем будем освещать тему ремонта за строительство в наших объектах. Прошло 2 недели, мы успели уже сделать многое в этой квартире, сейчас расскажем. Были полностью шпаклеваны стены, подготовлены под поклейку обоев. В некоторых местах под покраску, под декоративную отделку. Сейчас ведется монтаж паутеля под надежный потолок по периметру, набивается, и еще будет взято на полотно МСД премиум. Стены встроены в светодиодные профиля под монтаж светодиодной ленты и полосы. Сам слева будет выполнен комбинированный вариант отделки, это керамогранит, то есть считается с покраской. Была установлена акриловая ванна, произведен монтаж короба, в котором смонтированы ниши, все вызовено под 45 градусов. А в дальнейшем здесь будет смонтирована светодиодная лента под свет. Остальные стены будут окрашены и выполнена декоративная отделка. Был закончен этап электрики, установлены щиты с автоматами, управляющие каждой зон. Свободочный щит под установку роутера и ТВ. И щит под установку светодиодных блоков управления на светодиодные ленты. Умные, также смонтированы профиля под монтаж светодиодных лент. Удачное решение. Многие спрашивают, как можно обыграть, сделать какие-то акценты на стенах. Вот отличное решение, какие профиля продаются в Леруа, у них монтируется светодиодная лента, за счет выделяете одну стену. Отличное решение по стоимости. Работа с материалом вот этой зоны, да, в 5 линий по 2,6 метра, обойдется всего лишь 6 тысяч рублей. Который сделал наш дизайнер, все решения заранее обсуждаются с заказчиками, вносятся в проект и уже передаются рабочим по производству работы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ссылку на YouTube канал Домастер, а также более подробную информацию я оставлю в описании под этим видео. Была полезная информация, поддержите лайками, балалайками, остались вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь на канал, колокольчик, обнял, приподнял, поставил, увидимся, пока-пока.